БУТБ и китайская площадка будут сотрудничать в сфере электронной торговли. Среди приоритетных направлений взаимодействия в продвижении товаров белорусского производства на рынок Поднебесной, обмен аналитикой и статистическими данными. Что касается товарных позиций, перспективных для взаимной торговли, то, по мнению сторон, наиболее ликвидный белорусский товар – пиломатериалы. Они пользуются стабильно высоким спросом в Китае. В этом случае доставка товаров возможна железнодорожным транспортом по новому шелковому пути. Для диверсификации экспортных поставок лесопродукции планируется задействовать сеть деловых контактов наших партнеров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.